Приветствую вас на канале HardwareSetInfo. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S10 Lite перейти в безопасный режим. Для этого в первую очередь переходим в панель быстрого доступа. И затем нажимаем на кнопочку выключения. И затем, когда появляется менюшка выключения, зажимаем палец на кнопке выключения, и нам предлагают переход в безопасный режим. И после этого телефон перезапускается в безопасном режиме. И как вы видите, надпись внизу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением того, что мы находимся в безопасном режиме. Если же хотите выйти из данного режима, просто перезапускаем наш телефон, и он будет перезапущен в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!